Да, в прошлой игре он тоже как-то был незаметен в первом матче. И вот здесь Крупс опять отдал. Да, я думаю, Янис сегодня герой. Шайба сошла, но вторым движением то есть завернул ее, поэтому, я думаю, для вратаря тоже был немножко сюрприз. Ну, я, мы, да, действительно, это пробуем, это, но в центре, что, ну, попало.